Сразу всех ляжет спать. Кто пешком под дождем долбёт от города радужный. Сегодня соревнования победили белый день по коронавирусному отходу. Останетесь до сих пор не спит. Переднеприводный автомобиль, конечно, не актуален для подобного рода гонок, но данный автомобиль, который вы только что видели на трассе, участвовал в категории «Лада» на вчерашней выставке и, конечно же, занял призовые места.